Дорогие друзья, с вами Александр Велофрэндс. Сегодня 19 июня, и мы с вами на Сайране. И сегодня у нас не обзор велодорожек, которых на Сайране нет, привет. А сегодня у нас детские соревнования Fun Bike. Но они не только детские, будет еще эстафета. Детские заезды будут 10-11, 2-12, 13 и 14-15. С 16 лет будет уже эстафета. Мужчина-мужчина, женщина-женщина и мужчина-женщина. Организатор соревнований экстремальная атлетика. Будет старт 7-8. Вот сейчас 10 часов будет старт первой категории, дети 10-11 лет. Участники первого старта 10-11 лет. Сейчас они проходят предстартовый брифинг. С нами Наталья Ким, мама участников соревнований. У нее участвует Максим в категории 10-11 лет и Татьяна в категории 12-13, да? А сама Наталья у нас участвует, по-моему, везде, где только можно. Любые велосоревнования. Сегодня ЖЖ буду. А, ЖЖ сегодня да. будет? А, сегодня даже в эстафете участвует. Я сегодня участвую в эстафете мужчин и женщин, и сегодня с дочкой поеду. У нас сегодня две гонки поедет. Организаторы гонки готовятся к старту. Кто будет плохо ехать, того подстрелят. Шутка, конечно, это стартовый пистолет. Со спортивных школ приехали поучаствовать. Че, дети, как настрой? Побеждать готовы? Да! А громче давайте! Да! Молодцы! А кто сейчас победит? Как вы думаете? Как вы думаете? Вот самый уверенный. Да-да. Ты тоже победишь? Родители уже трясутся коленки. Родители болеют за своих детей. За внуков, да? Один из участников гонки эстафета 16+. Сергей. Я бы сказал 40. 40. Нет, ну ты же с детьми будешь участвовать? Ну да, дети 16. Вот, дети 16 лет. Вот. Вот чтоб так же себя держать. 3, 2, 1. Стой! Давай, давай, давай! Там крышку не сожалеем, не падает. Первый круг, молодец, отлично. Это участники категории 10-11 лет. Даже на шоссейнике приехали, вот это да. Не торопись, успеешь обогнать еще. Все на разных велосипедах, кто на чем может. С разной физической подготовкой. Давайте, давайте, детки, классно едете, молодцы. Во-во-во-во-во-во, аккуратней, аккуратней. Аккуратней, не спешите. Не тормозите здесь, не тормозите. Подножку, подножку убери. Стой, стой. Поэтому на триатлоне не запускали с подножкой, да? Вон на бэме как едет. Чу! Молодцы. Ну-ка, мастер-класс, опа. Третий круг. Четвертый, по-моему. Давай, отгоняй, отгоняй! Молодец! Вот это борьба. Лерок, молодец. Как в рельсе, да? Уи! Уи! Да, все. Лидер закончил гонку. И второй у нас участник. И 2, 1. Старт! Давай, 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 давай! Екатерина Степанова, организатор и директор гонки Fun Bike.
мастер велосипедного спорта Казахстана. Сейчас она вам скажет пару слов по поводу всей этой нашей тусовки. Ну, а мы вообще хотели собрать ребят чуть более старшего, чем детского возраста, 10-15 лет, чтобы они научились себя вести в гонках, получать удовольствие от массовых стартов, чтобы это было им интересно, чтобы они дальше развивались. И чтобы это было не только как в велошколах, то есть это что-то надо, это что-то обязательно, а чтобы это было в удовольствии. В удовольствии, да. Да, вот. И еще у нас будет эстафета, где могут принять участие как родители этих детей, соответственно, друзья, там, знакомые, как угодно. И все это в таком ненапряжном формате, потому что ничего особо сложного нету. В принципе, там борьбы за призов тоже, за призы тоже нету, потому что призов нету, если честно. Вот. И просто что красиво, весело, задорно было. Фан-бай. Было бы еще здорово, если бы, конечно, было больше спонсоров и больше. Было так, бы здорово, если там, бы нас была поддержка от федерации, от да? Федерации поддержали, но в этот раз у них не получилось нас поддержать. Но я решила, что даже если они нас не поддерживают, я их поддержу. И гонки будет в любом случае. Да, и большинство ребят приехали с велошколы. Да, да, здорово. Хороший праздник получился, мне кажется, да? Да. Ребят, вы сегодня участвуете в соревнованиях? Да. В какой категории? 14-15 лет. Это будет следующий старт уже, да, сейчас? Да. Буквально минут через 5, наверное, же 10, да? Вы как часто участвуете в таких подобных мероприятиях? Я в первый раз. Вообще в первый раз? Да. Вообще первый раз на велосипедных вообще соревнованиях? Да. Класс. Это первый опыт, наверное, раз третий. Третий, да? Да. А до этого где участвовал? В Талгар классике и чемпионате Алматы по мультимбайку и еще... Еще. Талгар классика это на шоссе. Да. Молодец. Недавно был. А ты, получается, с Талгарской велошколы? Или, нет, или ты нет, с Алматы и просто да. Там участвовал. Спасибо. Здорово. Рождение и начнутся старты взрослой эстафеты. Очень радостно видеть сегодня здесь очень много детей, родителей, но на самом деле мне жалко, что нет с ними других родственников, бабушек, дедушек, соседей. Всегда хочется, чтобы болельщиков было все больше, больше и больше. Эти болельщики потом приходили в стадию участников. Так что ждем вас на наших стартах. 3, 2, 1, стоим! Поехали! 8 кругов! Идет. Тёмыч, красавец. Потихоньку за ним проедь, потом оторвешься. Пока сзади поедь. Тёмыч, пей водички, подумай, где обгонять будешь. Поприветствуем наших лидеров. Не забывайте про свои медальки. Не забывайте про вкусняшки от Рафата. Третье место. Бомбайк. 10-11 лет. Второе место. Мария Заикина. Ура! Подарочек. И первое место. Валерия Конешникова. Стой, не уходи! Постой немножко. Елизавета Козлова есть у нас, Елизавета. 10-11 лет, мальчики. Третье место. Ян Чечет. Ура! Второе место. Сергей Никитин. И первое хорошо место ехал, молодец. Алексей Наконечников. Поздравляю. 12-13 лет, девочки. Второе место, Татьяна Цой. Ура! Поздравляю, Танюша.
И первое место Лиза Раздрогина. Поздравляю. Как тебя зовут? Дем Лукас. Залазь на третье место. Поздравляю. И первое место Кирилл Чербатов. Ура, ура! 14-15 лет. Третье место. Мария Федурина. Аккуратненько. Поздравляю. Второе место. Жанеля Калбек. Первое место Вероника Арнашко. 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 Не отсвечивает, если что, извиняюсь. Поздравляю. Поздравляю. 14-15 лет мальчики. Третье место Артем Троицкий. Второе место. Абдинур Серепасын. Поздравляем, молодец. И первое место. Арман Есен. Арман. Пойдет. Ура, ура. Молодец, поздравляю. Сейчас у нас начнется вторая часть соревнований. Это будет эстафета. Первые будут женщины-женщины, мужчины-женщины и мужчины-мужчины. Так, и вот одна из участниц у нас Мария. Мария, да. Мы представители команды «Веломания». Сейчас Оля отошла ненадолго. Вы будете с ней участвовать вдвоем, женщины-женщины. Да, да. По три круга. В принципе, трассу мы уже посмотрели. Трасса интересная, местами пару есть моментов таких вот сложных, но в целом... Сложный спуск, сложный подъем там, да? Да. И поворот. И поворот. А в остальном трасса интересная. Главное, чтобы люди участвовали. Чем больше людей, тем интереснее. Да, 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 согласен. Ну ладно, пожелаем Марии удачи. Пожелаем всем. Надеемся на первое место. Да, желаем всем удачи. Я пожелаю всем удачи. Всем участвующим. Всем участвующим удачи. Так, это у нас команда UBT. Шарапат. Шарапат у нас участвует с Натальей, да? Да, мы с Наташей в этой команде. Женщина-женщина, эстафета. Да. По три круга. Да, по три круга. Ребята с команды Alatau Racing Team тоже приехали. Сейчас тренируются, обкатывают трассу. Опытная команда. Стартовала женская эстафета. Правда, всего две команды. О, ну Рубилова-то нормальная. Уже у нас будет много сейчас. Оля в отрыв ушла от Наташи. Вот так переходит эстафета. Коснулись и погнали. Как классно, когда папа задал такую фору. Можно ехать и ощущать себя чемпионом, да. Давай, давай, молодец!
Шьет как. Нифига себе, видал? Угу. Тём Трофимов, Дмитрий Широков преодолевает крутой подъем. Вот Our Racing Team. Какой яркий Cannondale. Давай, 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 давай. Ой. Оскарик, мочи! Мочи! Передача эстафеты Артем Трофимов, Дмитрию Широкову. Лидер мужской эстафеты. Эстафета, второе место. Шепелева Мария, Оля Ипакевич. Второе место, веломания. И первое. UBT, Universal Bike. Bicycle Team, да? UBT, Шарапат. Где, место. Где, где, где? Им Наталья и Шарапат. Первое место. Ура, ура! Девчонки, молодцы! Алатау Racing Team, второе. Саша, пошли. И Crazy Daddy, первое место. Спасибо большое. Поздравляю. Лера. Тюнько. Молодец. Очень радостно видеть семейные команды на старте. В то время как профессиональный спорт потихонечку в нашей стране помирает, у нас оживает и живет, и множится спорт любительский. Давайте там вы стойте, фоткайтесь. Форму перерос для награждения. Это потом не перепутать. Итак, друзья мои, мы готовы.